LG CK43. Мощная двухканальная акустическая система для вечеринок. Поставляется в комплекте с кабелем для соединения колонок, съемной радиоантенной, пультом ДУ, батарейками для него и набором документации. Посмотрим на внешний вид. Музыкальный центр состоит из центрального модуля управления и парных колонок. Модель получила черный матовый корпус с красными декоративными элементами. В каждую колонку установлено по одному высокочастотному и по одному низкочастотному динамику. Их суммарная мощность может достигать 300 Вт. Этого вполне достаточно для шумной вечеринки. Перейдем к основному модулю. Внимание здесь сразу привлекают парные вертушки. Помимо создания звуковых эффектов, с их помощью можно искать трек и управлять громкостью всей системы. То есть они пригодятся, даже если к диджеингу душа у вас не лежит. Между вертушками сосредоточены клавиши управления, функциональность которых продублирована на пульте дистанционного управления. Из необычных возможностей отметим возможность записи музыки на USB-носитель. Так вы сможете создавать собственные музыкальные сеты. Режим автодиджеинга, плавный переход между треками и создание собственного плейлиста из 300 композиций. Слушать музыку можно разными способами. Во-первых, здесь есть лоток для CD-дисков. Он расположен под панелью управления. Во-вторых, можно подключать внешние носители. Под каждой вертушкой есть по USB-порту. Поддерживаются диски и флешки с данными формата MP3 и VMA. Еще один способ – подключить мобильное устройство. На задней панели вы найдете AUX-разъем для проводного подключения, или же можно воспользоваться подключением по Bluetooth. В случае беспроводного подключения вы сможете удаленно управлять системой через приложение Bluetooth Remote Control. А если у вас устройство на Android, то можно подключить сразу три телефона и воспроизводить треки с каждого смартфона по очереди. Наконец, здесь есть FM-радио. Именно для него в комплекте идет антенна. Система способна запомнить до 50 радиостанций. И еще немного о функциях. Пользователю доступно 17 пресетов эквалайзера, приглушение звука и режим усиленного баса, а также специальный режим для просмотра футбола. Последнее будет интересно обладателям телевизоров LG. Музыкальный центр можно синхронизировать с телевизором по Bluetooth и наслаждаться мощным звуком. А прочие совместимые устройства можно объединять в общую акустическую систему. Эта функция называется Party Link. Обратите внимание, что прошивку музыкального центра можно обновлять прямо через смартфон. Подведем итог. Музыкальный центр LG CK43 понравится любителям вечеринок. Здесь и мощные колонки, и широкий функционал, и богатый выбор возможностей подключения. Также он порадует начинающих диджеев. Здесь есть все, чтобы записать свой первый сет.